Добрый день. Меня зовут Уразовский Сергей. Я технический директор компании Орбита Сервис. Такой вот у нас сегодня системник. Сборка 940. Очень хитрый системный блок из-за расположения видеокарты. На таком замечательном Razer китайском. Плюс переходная рамка. Стоит видеокарта. Компьютер оснащен RGB вентиляторами. Система ARGB завязана на контроллер ARGB. Кулер Deepcool. И на нем заменен вентилятор основной. Все это синхронизировано. Так вот это работает. Закаленное стекло и сбоку, и спереди. Материнская плата на B450 чипсете Gigabyte. Имеет 4 слота под память, радиатор на ключах. Здесь очень хитрый блок питания, в плане, что он БУ с майнинга 750 Вт, кулер мастер, сертификат бронза. И видеокарта с майнинга. 1060 на 6 гигов MC Gaming X. Стоит SSD накопитель на 240 гигабайт. Две планки памяти по 8 гигабайт DDR4 на частоте 2666. Ну и процессор у нас Ryzen 7 2700. 8 ядер, 16 потоков. Видеокарта крепится на специальном кронштейне. Вот он прикручен. Никуда она не денется. Все очень жестко. Очень хорошая вентиляция у этого корпуса. Три вентилятора спереди. Вентилятор сзади. Кулер на 4 тепловых трубках. Да и видеокарта, наверное, одна из самых холодных в серии 1060. 4 USB порта сверху. 2 из них USB 2.0, 2 USB 3.0. Вот такой вот необычный системный блок. Один у нас в наличии такой Razer, чисто экспериментальная машинка. Ну, разница в этом расположении видеокарты по цене примерно 2000 рублей. Так что, кому интересно иметь такой необычный компьютер, у вас есть уникальный шанс у нас его купить.